преподобна мученица Марфа родилась в 1883 году в деревне Арга Тамбовской губернии и происходила из крестьянской семьи. В 1914 году Марфа поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь, где подвязалась ее родная сестра Пелагия. После того, как Дивеевская обитель была разорена безбожными властями, преподобная Марфа вместе с одной из монастырских сестер поселилась в селе Развилье Нижегородской области, где стала трудиться при храме. Арестована монахиня Марфа была в 1937 году. После допросов лжесвидетелей инокини предъявляли обвинения в ведении контрреволюционной агитации среди жителей села. Марфа Тимофеевна вину свою твердо отрицала, но все равно была приговорена к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Лагерные условия и тяжелая работа в Карагандинском ИТЛ оказались для нее непосильными. Медицинская комиссия признала ее инвалидом и была монахиня отправлена в больницу при Спасском отделении Карлага. Там она и скончалась 26 апреля 1941 года. И в этот же день была погребена на кладбище близ селения Спасское. «26 апреля. День памяти преподобной мученицы Марфы Тестовой, инокини».